А теперь к другим темам. Планета ресурсов 2017. Под таким названием в Славянском районе прошла ярмарка вакансий рабочих и учебных мест. В ярмарке вакансий приняли участие десятки работодателей, а это более 15 предприятий нашего района. Было представлено свыше 600 различных рабочих мест. Желающие трудоустроиться могли пообщаться с работодателями, заполнить анкеты соискателей и составить резюме, воспользоваться раздаточными справочными материалами по трудоустройству. Кроме этого, можно было пройти профориентационное тестирование в мобильном центре занятости. Тесты покажут какие-то результаты, и человек уже сам определяется, куда он больше склонен. Как человек-человек, то есть идти работать с людьми, или же с техникой. Ну, то есть он сам себе выбирает, это ему какая-то помощь на будущее. Одна из тех, кто пришла на ярмарку, Татьяна Лукьяненко. Около года она находится в поиске работы. По словам женщины, подобные мероприятия дают возможность узнать, какие сейчас профессии востребованы на рынке труда, а также экономит время при поиске работы. Упрощает поиск работы в том смысле, что не приходится ежедневно мониторить интернет, регистрироваться на всех сайтах всевозможных, потому что центр занятости, он автоматически отправляет на все ресурсы мое резюме и тем самым упрощает мне работу в поиске. На сегодняшний день на учете в центре занятости населения Славянского района состоит свыше 700 жителей. Ярмарка вакансий – это дополнительная помощь людям при поиске работы. Некий мостик между работодателями и соискателями. В нашем районе ярмарка проводится два раза в год и, как показывает практика, дает положительный результат. По итогам прошлого года из 600 жителей, пришедших на ярмарку, трудоустроилось более 130. Об итогах этой ярмарки говорить еще рано. Точная цифра трудоустроенных жителей будет известна примерно через месяц. Тина Копачевская, Георгий Калинин, программа «События».